Всем привет, вы на канале Pro Unlock, с вами Макс Тимохин. Сегодня у меня телефон Tecno Common 19 на 12 Android, заблокированный на Google аккаунте. Сегодня покажу вам, как обойти Google аккаунт без компьютера на данной модели телефона. Так, секундочку. В общем, телефон заблокирован, видим здесь замочек. Не пойму, как здесь дальше пройти. Вроде проходил, была вроде кнопка, сейчас нету. Так, пропустить. Что-то кнопки дали, я не вижу, как нам пройти дальше. До Google аккаунта. Вроде подключен к Wi-Fi, но не пускает. А, вот. Он дальше. Сейчас, секундочку. Нажимаем, значит, сканер, обмен с окружением. Собственно, перейдем уже к разблокировке тогда. Нажимаем шестеренку. Так, нет, не шестеренку. Кому 19. Нет, не то. А, собственно, да, нажимаем включить. Поиск устройств, здесь нажимаем «Нужна помощь». Здесь нажимаем три точки справа, поделиться статьей. Выбираем сообщение, новое сообщение, ну, выбираем любой номер, куда будем отправлять. Отправить на номер 123. Ну, отправлять как бы нам не суть, нам нужно ввести здесь адрес. Я думаю, многие уже догадались, кто смотрит видео по разблокировкам Google аккаунтов, www.youtube.com. Отправляем смс. Ждем, пока прогрузится у нас здесь вот это окошко. Нажмите, чтобы просмотреть. Вот если мы нажмем по ссылке, то у нас откроется маленькое окошко и неполноценный YouTube. Нажимаем по рисунку, по логотипу YouTube. Переходим непосредственно в сам YouTube. Здесь три точки справа. Настройки. О приложении, условия использования YouTube. Здесь мы попадаем в полноценный браузер, снимаем галку «Продолжить». Выбираем Яндекс ОК, спасибо, не надо. Попали в браузер, здесь, соответственно, переходим на сайт 4frp.ru, выбираем подсказку /load, переходим в каталог файлов, закрываем здесь русский, английский. Можно закрыть рекламу. Открываем настройки. Открыть настройки Open Settings. Попадаем непосредственно в сами настройки телефона. Заходим в мой телефон. Видим модель Tecno Common 19. Версия Android 12. Версия iOS 8.6.0. Выходим назад. Листаем вниз. Заходим в специальные возможности, доступность, меню специальных возможностей, ставим галочку переключатель. Нажимаем «Да», «Окей», появляется вот такая вот у нас кнопочка плавающая с пунктами меню. Нам понадобится именно вот этот вот ассистент, то есть кнопочку можно перемещать. Выходим назад в главные настройки, далее заходим в управление приложениями. Список приложений. Здесь находим настройки устройства Android. Нажимаем «Остановить», «Окей». Возвращаемся назад. Находим сервисы Google Play. «Остановить», «Окей». «Закрыть». «Отключить приложение». Еще раз «Остановить». Все, приложение остановлено. Выходим назад. Назад. Выходим в самое начало. Раз. Так, здесь зажимаем и удерживаем по подключенной Wi-Fi сети и нажимаем удалить. Перезагружаем наш телефон. Красивая заставочка. Tecno.
Также пробуйте на других моделях подобный способ, точнее практически идентичный. На Samsung'ах работает, на Tecno, на других моделях тоже можете пробовать. Так, я нажал перезагрузка или выключение. Слева вроде перезагрузка, справа выключение. Или он так долго перезагружается. Попробуем включить принудительно. Наверное, нажал выключение, да, перезагрузка справа. Если у вас есть какой-либо телефон и не можете разблокировать, можете обращаться ко мне. WhatsApp, ссылка будет в описании. Предоставляю платные услуги разблокировки телефонов разных брендов. Xiaomi Mi аккаунт, Huawei Honor, Huawei аккаунт FRP, Samsung и так далее. Разные телефоны, в том числе и айфоны. Собственно, подключаемся к Wi-Fi, вводим пароль, нажимаем далее, я соглашаюсь далее. Ждем. Сейчас у нас должна появиться бесконечная загрузка. После надписи вот это еще немного. Не копировать. И вот здесь идет проверка обновлений. Так как сервисы Google у нас отключены, то у нас идет вечная такая загрузка. Подождите, проверка обновлений. Цикличная такая вот загрузка. Значит, нажимаем сейчас значок специальных возможностей. Нажимаем ассистент, и получится может не с первого раза. Нажимаем ассистент, здесь должна появиться кнопка настройки, и здесь нужно включить сервисы Google Play. Ассистент, настройки. Видите, иногда получается, вот, что невозможно нажать, надо это все быстро делать. Не получилось, снова пробуем включить. Не знаю, успел или нет. Нет. Ассистент. Настройки включить. Тоже не успел. Ассистент. Еще раз ассистент. Настройки. Вот. Иногда не нажимается, хотя нажимаешь. Реакции никакой. Настройки. Надо быстро делать это все. Настройки включить. Так, по-моему, опять не успел. Нажал случайно блокировку экрана. Так, вроде включил. Нет. Пробуем еще раз. Да, может получиться, конечно, не с первого раза. Надо чуть пониже, наверное, нажимать. Не знаю, видно, что я тут делаю. Так, включить. Не получилось, по-моему, опять. Еще раз ассистент. Меню. Ассистент. Так, включить. Нет, не успеваю нажать. Вот. Так, если вы отключите, не отменить, значит включил, все. Нажимаем назад, и здесь уже у нас, так, вот сервисы Google Play, все отлично. Включили сервисы Google Play, и у нас ошибка уже пропадает, и проходим дальше. Уже без Google аккаунта, соответственно. Привязку к Google аккаунту мы удалили, здесь нажимаем пропустить. Так, вы можете войти и включить TechnoCloud, но это ладно. Здесь тоже пропускаем все. Пропустить. Там уже настраивайте телефон, как вам удобно. Соответственно, нажимаем стрелочку. 12 Android, видим, здесь тоже написано. И iOS 8.6.0. Идет запуск ланчера. Все, телефон у нас разблокирован. Здесь у нас повылезали, здесь подсказки. Повылезали у нас ошибки. Когда было, сервисы были отключены, просто смахиваем это все, удаляем, то есть нажимаем корзинку.
Ну, заходим в настройки, в принципе, тут все то же самое, что мы видели до этого. Заходим в пароль и аккаунт, и видим, что Google аккаунта здесь нету. Предложат сейчас создать Google аккаунт. То есть телефоном можно пользоваться, можно делать сброс. Если вы опять, конечно, забудете пароль блокировки и сбросите из рекавери, то он, конечно, заново заблокируется, если был введен Google аккаунт. Собственно, здесь уже можно создать аккаунт для себя, для ребенка, для управления бизнесом. В принципе, все. Телефон у нас полностью разблокирован. Если данное видео вам помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!